И начали. Спасибо. За что? Я ничего не сделал. А что вы могли бы сделать? Вам не все равно? Это много. Вам что-то угрожает? Я могу как-то помочь, кому-то позвонить. У меня есть телефон. Звонить некому. Но так же нельзя. Кто он такой? Неважно. Просто поговори со мной. Как вас зовут? Не надо. Расскажи о себе. Я обычный человек в скучной командировке. Человек интересен не тем, чем он занимается. А чем? Тем, что у него внутри. А разве можно понять, что у человека внутри? Нет. Но можно попробовать. Иногда мы обнажаемся, и тогда мы ранимы и ничем не прикрыты. И тогда видно нас. Душу видно на секунду. У него нет души, раз он так с тобой обращается. Может, у меня нет, раз я с ним. Откуда тебе знать? Ты же не видел меня неприкрытой. От тебя вкусно пахнет. Стоп! Смотри.